По всей стране можно встретить памятники матерям, чьи сыновья ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. В преддверии Дня защитника Отечества в Белоярском открыли мемориал, который в народе уже посвятили женщине, провожающей солдата на СВО. Школьники, кадеты, участники боевых действий, матери военнослужащих. Десятки людей пришли на это знаковое событие. Никого не напугал холод. Красное полотно с монумента снимает глава Белоярского района Сергей Маненков. Чиновник отметил, памятник станет символом поддержки матерей, которые воспитали настоящих защитников Отечества. Хотя композиция, установленная у военкомата, официально называется «Призывник», местные жители уже придали монументу более широкое значение. Ждет не только матери, ведь и жены, и дети все ждут своих защитников, и мы рады. Мы благодарны им, что они защищают нашу родину, нас. Мы живем под этим мирным небом.